Символ города на паштовой марце. Специально до Дня белорусского письменства серия паштовых марок «Гербы городов Беларуси» пополнилась еще одним экземпляром. На им адлюстрованный герб Добруша. И это не выпадково. Традиционный День белорусского письменства проходит у городах, которые являются историчными центрами культуры, науки, литературы и книгодрукования. Столицами свята были Туров, Новогрудок, Неосвиш, Рогачов и иншие исторично значные местины Беларуси. Все лето пляцовкой для свята обраны город Добруш. Марку с выявой герба города увести у обращение было вырашено во урочистой обстановке. Сегодня прошла и церемония ее гашения. День письменности – традиционный праздник в стране, поэтому каждому дню письменности и сегодня к Добрушскому дню письменности Белпочта выпустила марку «Герб города Добруша». К этому дню был изготовлен специальный почтовый штемпель, который был нанесен в специальных праздничных папках на марку, которая выпущена к этому дню. С давних часов Добруш был ремесным центром. Тут вырабляли ветрази и лины. Гэты факт и адлюстраваны на гербовом знаку Добруша. На зеленом поле испанского щита три бухты лины, сребного колеру с черными боками. Нагадаем, День белорусского письменства пройдет у Добруши 3-4 вересня.